По республике за все время эпидемии коронавирусной инфекции выздоровели 1181 пациент. Из этого числа за минувшие сутки покинули стены лечебных учреждений 11 человек, а сегодня из инфекционки выписали 18 пациентов. Часть больных со средней тяжелой формой, некоторые из них перенесли пневмонию. Вот моя больная в 4-м отделении перенесла пневмонию. Долгое время получал антибиотики, и вот сегодня мы ее отпустили домой. Большинство пациентов выписано домой. Мы ожидаем, что все наладится. Мы видели, как работает медперсонал. Низкий им поклон за то, что, несмотря на тяжелые условия труда и загруженность, они работают в поте лица, спасая нас от вируса. Прошу, оставайтесь по возможности дома, не становитесь распространителями вируса. Соблюдайте все предписанные нормы и рекомендации. Только так мы сможем победить эту болезнь. За сутки было выявлено 69 новых случаев. По количеству заболевших лидирует Бишкек. Здесь обнаружен 21 случай. Следом идет Нарынская, Чуйская и Ошская области, а также южная столица. 18 случаев – это завоз произошел из-за границы. Это составляет 26,5%. 46 случаев было выявлено среди контактировавших лиц с подтвержденными случаями. Источник инфекции не установлен в 5 случаях. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпид-расследование проводится специалистами наших центров профилактики заболеваний Госсанэпиднадзора. Вирус за минувшие сутки был выявлен у 12 медиков. На Рыне 6, Бишкеке 4 и по одному случаю в городе Ош и Ошской области. Из медучреждений выписаны 3 медика. В общей сложности на сегодня в стационарах остаются 620 человек. В тяжелом состоянии 12, в реанимации 5 пациентов. В средней тяжести 79 пациентов. В удовлетворительном состоянии 529, выписано 1181, умерло 16. На сегодня 7630 человек находятся под медицинским наблюдением в домашних карантинах из числа контактировавших с подтвержденными случаями. Обсервационные мероприятия продолжаются. На сегодня в обсерваторах находится 2393 человека. Замминистр сообщил, что Кыргызско-турецкая больница дружбы готовится к приему больных. Таким образом, была разгружена инфекционка и открыты 1000 койко-мест в данном медучреждении. Дибек Шашимбиева, Джантай Макенов, Пирамида.